Микрофончик я вас покажу. да, давайте. Давай телефон в принципе режим. Я а я вроде включить. перевел. Я проверил. А, да? раз. У меня тоже выключен. Когда меня выгонят из деканов, я то пойду в блогеры, да? Так, а, есть, а, я смотрю сюда, а, Саша сюда. Все, теперь понял. Вот mm -hmm. Зрители Ивана находятся Мы, вот там. Те, которые лайк ставят, да. они там. Все, все, Мои зелененькие, все. я понял. Начинаем, да? Да. Всем привет! Меня зовут Александра Скрипченко, я декан факультета математики Высшей школы экономики. А я Иван Аршанцев, декан факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Иван, нас сегодня позвали, чтобы мы с вами поговорили про, в общем-то, для нас самую интересную в мире вещь – про математику. Мы, в принципе, сами и так постоянно про нее говорим, но сегодня к нам присоединяются другие люди, наши подписчики. Кстати, подписывайтесь на наш канал, задавайте больше вопросов, и тогда нас будут чаще показывать. Так вот, Иван, а как вообще получилось, что вы стали математиком и теперь вот сидите здесь и рассуждаете про математику? А на самом деле, на мой взгляд, ничего интереснее математики в жизни нет. Знаете, вспоминается произведение Эрнеста Хемингуэя. Математика – это праздник, который всегда с тобой. Физикам, химикам нужны какие-то установки, в прикладных компьютерных науках нужны вычислительные мощности. А в математике сел в самолет, закрыл глаза и работаешь. Чем дольше летит, тем больше сделаешь. А у вас как, Саша? Я очень разделяю это мнение, но для меня математика – это еще, знаете, такой большой спорт с историей про преодоление себя. Потому что я, когда была маленькой, то мне очень легко давались всякие вещи, связанные там с освоением чужих текстов, написанием своих. А вот ощущение, что ты действительно долго не мог, старался, прикладывал какие-то усилия и, наконец, получилось, у меня возникало именно с математикой. И вот сколько лет проходит, оно никуда не девается, я по-прежнему испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие, вот для меня математика это такое сборка пазла и преодоление себя одновременно, поэтому мне тоже кажется, что это очень увлекательно. Нас тут спрашивают про знаменитое противопоставление между физиками и лириками. Мы-то с вами имеем дело в основном с людьми, которые математики в принципе не боятся, они поступают на матфак и на факультет компьютерных наук. Но как вам кажется, есть в действительности такое разделение на математиков и гуманитариев, или оно уходит в прошлое? Нет, безусловно, оно есть. И мы это видим. Математические методы проникают во все возможные области человеческого знания. Если говорим о, скажем, компьютерных науках, то анализ данных нужен везде, может быть, кроме абсолютно чистой математики. И это деление в том числе происходит на психологическом уровне. Кому-то легче дается математика, кому-то тяжелее. Кто-то выбирает филологический факультет, а кто-то выбирает факультет математики. От этого никуда не уйти. Но другой вопрос, что уровень знаний и образования в области базовых математических методов сейчас, наверное, необходим всем. Как у вас на матфаке с, этим, с этой проблемой? У нас действительно, вы правы, что, пожалуй, чистая математика является самой свободной от больших данных и численных методов областью, но, с одной стороны, у нас много таких людей, которым были интересны и гуманитарные предметы тоже, но по разным причинам они выбрали математику. Но, с другой стороны, мы понимаем, что нам нужно учиться разговаривать и с теми, кто математики побаивается, потому что все чаще и чаще даже на наши майнеры приходят люди, совершенно далеких от матфака факультетов, которым интересно узнать, что же у нас такое происходит, и откуда берутся все эти методы, которым уже на прикладном уровне их учат потом на других предметах для их специальностей. Да, вот здесь, наверное, я не могу удержаться от встречного вопроса, mm -hmm. который один из подписчиков задает. Факультету математики и спрашивает, а преподаются ли на Матфаке гуманитарные дисциплины? Упоминается цифровая грамотность, история, безопасность жизнедеятельности. Трудно объединить все эти дисциплины названием гуманитарной от безопасности жизнедеятельности до цифровой грамотности, но да, на Матфаке есть много достаточно разных дисциплин. Часть из них это то, что в Вышке называется дисциплинами общего цикла. И, например, в этом году наши студенты проголосовали за то, чтобы у них появился курс по экономике и курс по праву. Мне кажется, это важной частью, в принципе, университетского образования, чтобы люди умели понимать концепции не только своего предмета. Другое дело, что на матфаке достаточное количество людей, которые уже полностью совершили такую профессиональную ориентацию, и у них иногда возникает ощущение, что они зря теряют время. Но мне кажется, что с возрастом это ощущение изменится, по крайней мере, так мне говорит мой опыт, потому что в университете такие предметы тоже были, и на самом деле очень многие люди, полностью сфокусированные на математике, например, философию изучали прям с явным удовольствием. А как у вас в факультете компьютерных наук люди относятся к дисциплинам более гуманитарным. Тут прям есть история. Я помню, когда наш первый ректор, Иванович Кузьминов, пришел, мы тогда находились еще на Качновском проезде, встречаться с студентами факультета компьютерных наук, то один из первых вопросов, которые задали ректору студенты, звучал так: Вы сможете нас освободить от гуманитарных дисциплин? Ярославоч ответил достаточно резко, что мы университет, и вопрос о том, что мы освобождаем те или иные специальности от изучения. Дисциплина общего цикла не стоит. И задача факультета, я вижу, не в том, чтобы ребята не изучали историю или философию, а в том, чтобы обеспечить студентов качественными курсами на эту тему. Мы регулярно изучаем студенческую оценку преподавания, смотрим, что нравится, что не нравится, что востребовано, что не востребовано. И в последнее время, мне кажется, такой проблемы нет. То есть ребята слушают эти курсы с удовольствием. Мы уже обсудили, что в гуманитарных специальностях теперь стала тоже нужна математика. И действительно, наши подписчики это отмечают. Но не всем очевидно, в каких областях она может понадобиться, и зачем в принципе математика историку или философию. Когда мы говорим сегодня о математике, мы можем наводить линзу с той или иной фокусировкой. Когда мы говорим с Сашей между собой, то для нас математика и компьютерная науки это абсолютно разные вещи. Когда же мы смотрим на это с точки зрения тех людей, которых мы сейчас именуем гуманитариями, эти вещи близкие. Поэтому я сейчас скорее скажу о компьютерных науках. С 2017 года мы реализуем очень масштабный проект мы факультет компьютерных наук, который называется Data Culture. Так же, как мы изучали в, школ, в свои школьные годы и в университетские годы физкультуру, английский язык, в обязательном порядке все студенты бакалаврских программ Высшей школы экономики изучают основы анализа данных, основы работы с данными. Эти программы, как говорят в вышке, кастомизированы, то есть заточены под потребности той или иной специальности. Для историков анализ данных один, для менеджеров другой, но мы очень, очень нужным для ребят вещам, и они становятся очень востребованными специалистами, если вы работаете с древними текстами, если вы изучаете огромные статистические базы данных. Как здесь обойтись ручной работой, как не, воспользовать, как не использовать современные методы анализа данных. Вот та, если угодно, математика, которая необходима всем специалистам. Александр, мне вот очень понравился вопрос от подписчика, который связан с общеобразовательной школой. Если мы не будем брать специализированные элитарные математические школы, а возьмем среднюю школу в Российской Федерации. А математическое образование в такой школе ставит перед собой какую-то цель? И если да, то достигается ли оно? Я думаю, что ответ утвердительный, и задач у школьной математики очень много. С одной стороны, задача банальная, нужно научить людей думать научить правильным логическим импликациям, потому что это самый удобный предмет для того, чтобы тренироваться и понимать, что если из А следует Б, не всегда из Б следует А и так далее. Во-вторых, это важнейшие для выживания банально навыки, чтобы человек мог быть уверенным, что его не обманули с процентом по ипотеке. Ну, а второй момент, как мы уже обсудили, даже когда ты выбираешь какую-то область очень далекую, на первый взгляд, от математики, там могут быть математические инструменты, и классно, когда когда люди не применяют это как некоторый такой черный ящик, а классно, когда люди понимают, как это работает. И в этом смысле, если школа может подготовить человека к тому, чтобы в перспективе он такие вещи освоил при необходимости, мне кажется, это очень важная цель. И это здорово. На мой взгляд, первая цель – это поддерживать некий минимум. Все люди, проживающие в нашем стране, изучают математику не ниже какого-то уровня. Вторая цель – это отбор тех, кто будет работать в науке, не обязательно в математике. Система олимпиад, которая проникала во все школы, система централизированных интернатов, которые привлекали тех ребят, которые проявляли способности, независимо от того, где они учились изначально. Это та система, которую удалось сохранить, которая работает и которая очень важна для нас. Ну и потом есть еще чисто эстетический эффект. Многим людям просто нравится математика, и они осознают, что они могут получать удовольствие от интеллектуальной деятельности, еще когда они маленькие дети, школьники, в том числе на уроках математики. Поэтому мне кажется, что такой эффект тоже не стоит сбрасывать со счетов. А вот еще вопрос от наших пользователей. Зачем в философском смысле математика и зачем в прикладном, если ты не планируешь работать в этой сфере? Мне кажется, математика это в своих лучших проявлениях часть философии. Вот недавно я был летом на школе современная математика в Дубне, и в качестве вечерней дискуссии была поднята такая тема. Существуют ли объективно математические объекты? Вот мы изучаем, я не знаю, матрицы, многочлены, функции, а они есть? Живые, вот они бегают где-то, и народ так живо реагировал. В этой дискуссии участвовали школьники старших классов и студенты младших курсов, и академики Российской академии наук. И люди сошлись в основном на том, что да, существует что математика изучает объективно существующие объекты, другой вопрос, что они существуют у нас в голове. И по мере улучшения нашего математического образования они проступают в нашем сознании все более и более явно. Мы их видим все лучше и лучше. И то, что мы разные люди устанавливаем о них одни и те же факты, это еще одно доказательство их объективного существования. А что касается прикладного аспекта, Саша, насколько я знаю, вы работали в компании. И вам, наверное, тема прикладного аспекта ближе. Скажете что-нибудь? Я считаю, что здесь речь даже не о том, кем вы пойдете работать, а что просто какой-то базовой математикой все люди, даже выходящие далеко за рамки арифметики, все люди пользуются каждый день. Что касается использования в каких-то конкретных бизнес-решениях, то таких решений очень много. Понятно, что абсолютно все функционирование современных рынков так или иначе опирается на математические модели, и тут уже такой процесс, что с одной стороны мы строим модели, чтобы объяснить, что происходит, а с другой стороны что-то происходит, потому что наиболее распространенные модели предсказали что-то другое. И этот процесс, он уже построен на взаимном влиянии. Поэтому, если вы хотите заниматься каким-нибудь бизнесом, то довольно-таки сложно полностью абстрагироваться от того, чтобы изучать лежащие под этим математические модели. А вот СММ-отдел вышки хочет знать, нормально ли пользоваться калькулятором. Как вот на факультете компьютерных наук, что об этом думают? Ну, за весь факультет отвечать не буду, но про себя скажу, сознаюсь, пользуюсь. Хуже того, калькулятор лежит на столе. Но ну, мне как декану надо какие-то вещи считать административного характера. Но ну, и в математике иногда составляешь контрольную. Что-то взял, проверил, да, калькулятором вполне пользуюсь, и ничего зазорного в этом не вижу. Ну а чистая математика как? Опять же, не скажу про чистых математиков, вспомню свой опыт как раз из бизнеса. Умение считать очень приблизительно, но очень быстро сильно помогает на переговорах. Потому что пока твои партнеры обдумывают возможность прорваться как-то к калькулятору или достать телефон так, чтобы не привлекать к этому внимание, ты уже примерно все посчитал и можешь отвечать более уверенно и настаивать там на своей точке зрения, пользуясь вот этой вот минутой замешательства. С другой стороны, правда и то, что когда математики идут в ресторан, скажем, на какой-нибудь конференции, это ужасный спор, кто будет считать и кто будет делить, кому сколько платить, потому что обязательно найдется человек, который скажет, ну мы математики, мы считать не умеем. Поэтому пользоваться калькулятором нормально, мы тоже так думаем на матфаке. А давайте я зачитаю восьмой вопрос. Мне на самом деле очень понравился. Влияет ли технологическое благополучие стран на развитие математики в ней и на преподавание? Вот в этом месте я-то ожидал, что дальше будет вопрос, что чем выше уровень технологического развития, тем больше мы преподаем фундаментальную математику. А потом я прочитал дальше и нас спрашивают, а если страна достаточно компьютеризирована, то надо ли изучать логарифм? То есть, видимо, логика такая, что чем выше у нас уровень технологического развития, тем меньше нам надо математики. Прокомментируйте. Но мне кажется, что это неправильная логика. Дело в том, что не нужно воспринимать наши компьютеры как нечто, работающее в любой ситуации корректно, всегда правильно. Все мы сталкивались с тем, что какой-нибудь алгоритм дает сбой, и способность отладить его, убедиться, что действительно сбой произошел, вообще поймать этот момент, когда что-то пошло не так, она все-таки подразумевает, что у людей достаточный уровень математической культуры, чтобы проделать те же самые упражнения и самим, пусть и медленнее для того, чтобы просто как-то верифицировать то, что выдают нам наши алгоритмы и компьютеры. Да, безусловно, потому что фразу известную о том, что математика ум в порядок приводит, никто не отменял. И этот очень важный тезис, мне кажется, в странах с более технологическим развитием, тем более должен отражаться в развитии математики как науки и развитии математического образования. Ее должно становиться больше. Известно, что страны, вот, например, Япония, которые достигли больших успехов в 20 веке, во второй половине 20 века, в области технологического развития, они инвестировали много сил и средств в развитие фундаментальной математики. Не потому, что надеялись на технологическую отдачу, а потому, что воспринимали это как естественный очередной этап развития их общества. А вот еще увлекательный вопрос от подписчика касается того, Кого же мы предпочитаем? Вы упоминали про свое олимпиадное прошлое, а вам вот кто желание? Успешный олимпиадник или человек, который сдал ЕГЭ на 400 баллов? Учитывая, что олимпиадная математика все-таки от математики такой школьной, вот заложенной в единый государственный экзамен, отличается довольно существенно. У вас есть какие-нибудь преференции? У факультета компьютерных наук ответ готов. Мы берем и тех, и тех. Факультет компьютерных наук принимает на первый курс бакалавриата порядка 800 человек. Из них, вот, скажем, в этом году было 76 победителей и призеров заключительного этапа в СРС. Проходной балл на бюджетные места по ЕГЭ был 302 и 303, в зависимости от программы из 300. Как не смешно это звучит с математической точки зрения. Дело в том, что можно набрать 310 баллов с учетом дополнительных достижений. Факультет просто не может не принять таких сильных ребят, как топовые олимпиадники или 400-бальники по ЕГЭ. Нам часто ставят вину, что у нас так много студентов, что было бы, казалось бы, лучше, чем если бы мы собирали меньше ребят. Но пока мы справляемся. У нас хватает преподавателей, партнеров, ресурсов. Очень хорошо, когда к нам поступают ребята с высокими баллами ЕГЭ. Это, как правило, высококвалифицированные, мотивированные, труженики. И ребята-олимпиадники — это звезды, которые уже доказали свою результативность. На Манфаке балл чуть-чуть пониже, но тоже очень высокий. В этом году у нас на математику было 293 из 300. И у нас тоже достаточное количество, конечно, олимпиадников успешных. Поэтому мы тоже ждем и тех, и других. У нас трудно, но интересно. Приходите к нам. Давайте я еще тогда сразу спрошу, а кого вообще вот типично вы ждете на ФКН? Как выглядит для вас типичный абитуриент, про которого вы думаете, да, вам к нам? Вот здесь надо поговорить о том, что компьютерные науки отличаются. Вопрос интересный. Мы над ним думаем все эти годы. Вот здесь компьютерные науки достаточно сильно отличаются от математики. Здесь, наверное, мотивация важнее начального уровня знаний. Но при этом математическая подготовка необходима. Если человек, скажем, совсем не программировал, но хочет заниматься компьютерными науками и разбираться вот в этих областях, да, это возможно. К нам приходят ребята с дипломами по математике, которые слабо программируют или вообще не занимались этим. Для них есть адаптационные курсы, и они достаточно быстро это осваивают. В другую сторону, ну, вряд ли получится. Все-таки уровень математической подготовки должен быть высоким. Я все время рассказываю слова, которые сказал профессор нашего факультета, один из создателей ФКН 8 лет назад, Александр Шейн. К нему подошла девочка, он потом рассказывал эту историю, которая матфакт старше нас, матфакт существует 2007 года, а мы все-таки 2014 год. И вот, когда в марте 2014 года объявили о создании ФКН, часть абитуриентов стала терзаться. Вот куда? Она подошла к Александру Ханичу и спросила: вот идти мне на ФКН или нет. И он сказал фразу, которая, мне кажется, очень знаковая. Он повернулся и спросил: от программирования тошнит? Человек должен быть готов к тому, что он будет программировать. Можно представить себе человека, который хорошо занимается компьютерными науками, успешно, но не программирует. Но представить себе выпускника ФКН, который не научится программировать, нельзя. У нас с этим делом очень строго, все ребята делают программный продукт. Поэтому человек должен быть к этому готов. Если готов, наш клиент. Мы тоже всегда бьемся над этим вопросом, и более того, Каждое там, публичное выступление, когда ты пытаешься рассказать абитуриентам про факультет, это очень ответственное мероприятие, потому что, с одной стороны, нужно не оттолкнуть тех, кто наверняка нам подходит, с другой стороны, не привлечь лишних людей, потому что матфак это все-таки такая история, в которой, ну, очень много математики, объективно. Естественно, у нас есть требования к уровню математической подготовки, но на самом деле это даже немножко больше, да, это готовность постоянно думать как математик и думать про математику. А вот первые два года нужно быть точно совершенно готовым к тому, что вы изучаете абстрактную, не всегда вначале прям совсем современную, во многом такую классическую, иногда технически трудную математику. Проходит достаточно много времени у многих людей, прежде чем ты получаешь свои первые самостоятельные результаты, и очень сложно предсказать, а когда будет следующий, никто не дает никаких гарантий. И сколько бы ты ни работал, нет такой прямой корреляции, что вот я посвятил этому энное количество часов, значит, я получу теорему, как минимум там уровни не ниже чем. Такой корреляции вообще нет даже у взрослых математиков. Как вы справляетесь вот с этим моментом? Это было для вас сложно, это остается сложным? Как вы это переживаете как математик? Уровень математических результатов, конечно, вопрос субъективный. Как правило, математические результаты ценятся на основании публикаций. Публикации происходят в журналах того или иного уровня, и многие не любят библиометрию, а я к ней хорошо отношусь. Я считаю, что хорошие результаты должны публиковаться в хороших журналах. Они проходят рецензирование, очень авторитетные люди смотрят и говорят, да, это заслуживает, а это не заслуживает публикации. Кому-то вручают премии, кого-то приглашают докладчикам. Есть некая такая математическая культура, что ли, отбора хороших результатов, и она работает. Но вот на этом нельзя зацикливаться. Если поставить перед собой цель опубликовать статью в Annals of Mathematics или быть докладчиком на Международном математическом конгрессе, на мой взгляд, это не хорошая цель. Она может привести к срыву, к профессиональному выгоранию. Надо работать, награды приложатся. Мы поговорили о том, куда пойти учиться, но сейчас самое время поговорить о том, куда пойти работать. Нас спрашивают о том, где могут работать выпускники наших факультетов. Выпускники матфака, естественно, становятся профессиональными математиками, продолжают образование в вышке или едут в лучшие аспирантуры мира. Теперь уже достаточное количество наших выпускников Такие аспирантуры закончила и даже нашли свои первые работы. И у нас наши первые выпускники, у нас в этом году 10 лет нашему первому выпуску. Некоторые даже уже нашли постоянную работу в академии. Естественно, у нас много близких нам наук, и в том числе и компьютер сайенс, но не только. Есть и экономика, и теоретическая физика, и биоинформатика, например, в которой люди с математическим бэкграундом очень востребованы. И если у них есть такая вот жилка для академической работы, любопытство к решению новых задач, то очень многие наши выпускники выбирают вот такое направление. И, наконец, достаточно много людей работает в, собственно, бизнесе и в том, что касается и corporate finance, и qualitative анализ и всякие такие финансовые направления. Есть те, кто выбирает программирование, есть те, кто создают свои стартапы от каких-то технологических решений для бизнеса для потребителей до решений, там, скажем, в области компьютерной безопасности, у нас достаточное количество выпускников, которые работают в математическом образовании школьном. В этом году у нас был первый выпуск нашего бакалавриата совместного с Центром педагогического мастерства, и, соответственно, число таких людей будет расти. Они очень востребованы, и мы этому рады, потому что они еще и продолжают расти для нас, наших будущих абитуриентов. Как у вас? Перед тем, как начать говорить про факультет компьютерных наук, я хотел бы, наверное, все-таки несколько слов сказать про трудоустройство в чистой математике. Когда мы были совсем молодыми, мы как-то не задумывались, вот такие романтики, будем учеными. Но у нас проходили встречи с кафедрой, я хорошо помню, на одной из таких встреч наш заведующий, когда его кто-то из присутствующих спросил, а где будут работать выпускники кафедры высшей алгебры? Он так не растерялся, сказал, ну вот, например, в Новосибирске директор ликероводочного завода, выпускник нашей кафедры. И после этого как-то задумался и стал наблюдать. Да, возможностей для работы очень много. Можно работать деканом факультета компьютерных наук. Да что там деканом? Можно работать ректором высшей школы экономики. Можно работать генеральным директором компании Яндекс в России. Это все выпускники кафедры высшей алгебры. Можно взять другие примеры. Вот мои одногруппники, которые учились со мной на кафедре высшей алгебры. Один из них, Константин Сонин, является научным руководителем факультета экономики, факультета экономических наук вышки. А другой, Антон Суворов, является академическим руководителем самой популярной экономической программы, совместного бакалавриата Российской экономической школы и вышки. Если говорить про компьютерные науки, про ФКН, мы посмотрели на статистику. Все-таки большинство наших выпускников идет работать в крупные компании. Это и IT-компании, это и финансовая сфера, банки, это и ритейл. Сейчас наших ждут везде. Никаких проблем с трудоустройством у выпускников ФКН нет вовсе. Значительное число ребят продолжает учиться, из бакалавриата переходят в магистратуру. В магистратуру здесь, в Вышке, в магистратуру в других российских вузах. Возможностей для науки тоже сейчас в компьютерных науках очень много. Относительно мало ребят создавали стартапы, реализовывали какие-то собственные идеи, занимались предпринимательством. Это вот была одна из задач, которую попечительский совет поставил перед факультетом на ближайшие два года. И сейчас дело сдвинулось. У нас есть стипендия «Молодой предприниматель», у нас явно активизировалась вот такая предпринимательская активность среди студентов-выпускников. Я, кстати, хочу тоже пятиминутку саморекламы добавить. У нас на МАТФАКе есть такое мини-ток-шоу, мини-семинар, называется «Математик знает лучше», куда я приглашаю разных людей с математическим образованием, которые впоследствии выбрали другую карьеру. Иногда это ученые из соседних областей, иногда это люди, которые реализуются в бизнесе, ну, у нас наполеоновские планы дойти даже до писателей. И, в принципе, вот если мучает вопрос, чем может заниматься математик, если мы не привязываемся конкретно к факультету математики, то, мне кажется, там можно увидеть все многообразие различных путей. Мы упомянули о том, что многие наши выпускники выбирают академическую карьеру в области математики или в области компьютер science. А вот наши подписчики спрашивают нас, а что вообще делают ученые математики, и что делают ученые, которые занимаются компьютерными науками? У многих людей могут быть разные представления, и компьютерные науки, рискну сказать, разнообразнее математики. Там спектр существенно шире. Кто-то занимается... Вот такими математизированными дисциплинами. Кто-то развивает, ну, рискну сказать, такие настоящие компьютерные науки вот, не знаю, нейросети изучает. Кто-то ближе к программированию к совсем прикладным вещам, кто-то делает сложные вычислительные комплексы программной инженерии, архитектура э, программных систем. И практически все это сейчас очень востребовано на практике. Специалистов не хватает везде сказать, что где-то переполнение, нет, этого не происходит. Поэтому мы очень ждем новых специалистов. Поэтому у вас такой большой факультет, а у нас такой маленький. Но... Ну, не такой уж у вас маленький. Сколько вы принимаете на первый курс бакалавриата? Мы принимаем около 60 человек на программу по фундаментальной математике, еще там 30 с небольшим на совместную программу с Центром педагогического мастерства. Но, может быть, нашим коллегам было бы еще интересно узнать просто про то, как устроен день ученого. Я вспоминаю свои более молодые годы, у меня действительно был однажды эксперимент, когда я был в Германии, я был относительно свободен в городе Тюбинген, в университете Карла Эберхарда. И я решил попробовать сосредоточиться на одной задаче. Я такой человек не очень сосредотачивающийся, а вот тут было интересно. И я думал больше суток. То есть в какой-то момент я заснул и немножко поспал, но я напряженно, не отрываясь, думал больше суток. Я решил, сейчас эта статья, не буду говорить, какая, но я решил, что больше так делать не надо. То есть это реально опасно. Этим нельзя злоупотреблять, а то придет профессиональное заболевание. Когда я был ребенком, был очень популярен мультфильм «80 дней вокруг света». Один из героев там все время обращался сам к себе с вопросом «Мистер Фикс, есть ли у вас план?». Я хочу перефразировать вопрос, который задан один из подписчиков который касается факультета математики. Математика вечная, развивается много тысячелетий, плавно. Есть ли у факультета математики план, программа развития? Наш факультет еще достаточно молодой, хотя и постарше, чем факультет компьютерных наук. Мы появились в 2007. И сейчас мы в первую очередь видим своей задачей укрепление нашей репутации как такого крупного исследовательского и преподавательского математического центра, причем не только в России, но и за рубежом. Неувше — это единственный российский университет, который находится в топ-100 рейтинга шанхайского по математике. И, собственно, по всем ключевым рейтингам мы тоже там, не без помощи наших коллег, в том числе с факультета компьютерных наук, многие из которых занимаются математикой и публикуются по математике. Но, конечно, нам бы хотелось продвигаться дальше. Это не пустая формальность, вот так же, как и библиометрия. Вопрос о рейтингах: с одной стороны, это некоторая условность, но с другой стороны, это возможность проверить, как мы выглядим и с точки зрения нашей публикационной активности, и с точки зрения уровня абитуриентов, в том числе на наши старшие по возрасту программы магистратуры и аспирантуры, кого мы привлекаем в качестве абитуриентов, помимо собственных воспитанников. Ну, мы готовимся к Международному математическому конгрессу в Санкт-Петербурге, самое крупное мероприятие в математической жизни, происходящее как олимпиада раз в четыре года. Многие наши коллеги будут приглашенными докладчиками, а это такой статус который позволяет понять, как бы, где мы находимся относительно тоже других университетов, много ли у нас людей, занимающихся самой модной, самой такой бурно развивающейся частью математики, прямо сейчас, нам кажется, что очень важно не только развиваться самим, но и помогать развиваться другим. То есть важно быть не только исследовательским таким центром и центром подготовки будущих успешных математиков и, в принципе, вот людей, готовых осваивать математико-емкие профессии, но и методическим центром, чтобы помогать своим коллегам в других университетах, в том числе там вне Москвы и Петербурга, выстраивать математические курсы так, чтобы они были живыми, интересными, современными и позволяли им, в свою очередь, готовить таких же людей. То есть это правда работает. То есть сели, обсудили, запланировали, после этого реализовываем, реализовываем, продвинулись в рейтингах. Правда, срабатывает программа развития. Ну, мне кажется, что такого не происходит, конечно, что мы прямо четко имеем план, как продвигаться в рейтингах, но до сих пор динамика была очень хорошей, и кажется, что то, что мы делали для развития факультета, но это больше заслуга, конечно, моих предшественников, то, что они делали для развития факультета, просто вот из соображений, что такое хорошо, помогало и продвигаться в рейтингах тоже. Ну, а сейчас завершение. У нас Блиц. Мы должны назвать любимый фильм, любимую книгу. Очень интересная задачка, давайте попробуем это сделать. Если не говорить о фильмах в целом, а быть ближе к математике, мне, например, очень понравился фильм «Игры разума». Качественно снято. Действительно, профессиональному математику интересно, мне кажется, смотреть. Я не знал историю Джона Нэша, но после этого внимательно изучил. Если говорить о книгах, у меня есть такая история. Я когда-то купил книгу в магазине, пришел вечером домой, решил ее полистать. Я человек не очень увлекающийся, но я ее листал-листал, и я ее дочитал, и за окном уже светало. Это была книга как я потом узнал, английского аристократа, лорда Стивена Рансимена, и она называлась «Падение Константинополя» в 1453 году. Исключительно драматический момент в истории и исключительно интересно написан. Насчет любимого фильма я здесь назову фильм «Доказательства», в котором играет Гвинет Пелтру и Антони Хопкинс. Он достаточно честно показывает в том числе и жизнь математиков. А про книжки у меня еще есть две рекомендации. Одна — это «Очень много счастья» Элис Монро, Нобелевская лауреатка. У нее много рассказов отличных, но один из них посвящен Софии Ковалевской, а вторая книжка – это «Одиночество простых чисел». Но мне кажется, что это просто такой очень неожиданный способ посмотреть на математику, и особенно людям очень молодым. Иван, как у вас впечатление от вопросов наших подписчиков и вообще от разговора? Я был приятно удивлен уровнем вопроса. Мне кажется адекватно. Нет легенд о жизни математиков в странных представлениях. Мне кажется подписчики отлично себя представляют, как мы живем и работаем. Может мы сами себя немножко не так представляем со стороны. Всегда приятно поговорить на эту тему, рассказать о любимом факультете и высшей школе экономики. Мне тоже было очень интересно. Спасибо большое за отличные вопросы и за такой увлекательный разговор.